Царская Россия. Гренадерский полк лейб-гвардии стоит в Одессе. Ординарец докладывает генералу: «Ваше превосходительство, утром на привозе шлема одессит говорил, что сегодня в 6 вечера наш полк выступает в поход». Генерал взвился: «Что это за глупости? Откуда этот шлема одессит может знать то, что неизвестно мне?» Но ровно в 5:30 поступает приказ в 18:00 сняться с места. Генерал кричит ординарцу: «Быстро, Федор, беги на привоз и уточни у шлема одессита, куда и насколько нас отправляют». СССР. Великий администратор Одесской филармонии Дима Козак заполняет анкету. Вопрос: были ли колебания в проведении линии партии? Ответ: колебался вместе с линией. СССР накануне развала. Одесса. После партийного собрания, посвященного очередной годовщине со дня рождения Ленина, Рабинович подходит к секретарю партбюро и говорит: «Я очень извиняюсь, что отрываю вас от дел, но будьте любезны, покажите мне это». «Что значит это? Что вы имеете в виду?» «Как что? Вы же только что пели: «И все как один умрем в борьбе за это».»